Всем привет, меня зовут Роман, я хочу поделиться с вами покупкой в спорт-территории. В моей посылке было три вещи – шорты, ветровка и кроссовки. Шорты. Шорты очень легкие, бренд Керима. Шорты имеют два кармашка спереди, один кармашек сзади. Задний кармашек на молнии. Внутри шортов у нас сеточка. Также сеточка есть сбоку для дополнительной вентиляции. Ветровка. Ветровка у нас Puma. Так, ветровка у нас Puma с капюшоном. Ветровка для бега имеет несколько отражательных элементов на рукавах и сзади на спине. Под капюшон. Также у ветровки есть дополнительные секции для вентиляции. Вот, например, на спине у нас сзади есть такие дырочки. Также такая дырочка есть под мышками. Вот. Материал на ощущение приятный и очень легкий. Также есть у нас сзади дополнительный кармашек. Кармашек на молнии. Вот. Куртка. То есть ветровка водонепроницаемая и легкая. Кроссовки. Кроссовки у нас Nike, легкие. Подошва из какой-то губки, то есть гнется хорошо. На язычке у нас написано, что сделано в Индонезии. Made in Indonesia. То есть, если будет видно. Вот так. В целом, покупкой доволен. Видно, что товар качественный. Каждому товару дополнительно идет вот такие вот эмблемки с ценами, с логотипами и с описанием. Тут, например, это у нас было описание. Вот это для чего предназначено. Вот. Всем спасибо.